Из-за небывалых морозов почти полсотни рейсов задержали даже в Алматинском аэропорту. Пассажиры не могут вовремя вылететь из крупнейшего города страны уже четвертые сутки. Авиакомпании переносили время отправления самолетов из-за проблем с оборудованием наземного обслуживания. В самом аэропорту объясняют, серьезные морозы происходят обледенение самолета. Обработка воздушного судна сейчас занимает не меньше часа. Большого столпотворения в воздушной гавани сейчас нет, но на то, чтобы ситуация с вылетами нормализовалась, нужно 2 дня. Сейчас обстановка, она более стабильна. Рейсы вылетают с весьма высокой регулярностью на данный момент, да, потому что холод спал. Единственное, что может повлиять на регулярность полетов, это то накопление задержек, да, которые возникали в предыдущие дни. Потому что если самолет, допустим, вчера вылетел позже, да, и, соответственно, он сегодня начал вылетать позже. Из-за небывалых морозов задерживаются и поезда. Нарушения графика происходили по направлениям Атырау-Алматы и Алматы-Уральск. Пассажиры жалуются, что в некоторых вагонах не работают туалеты. Между тем, в Жамбылской области от сильнейших холодов лопнули железнодорожные рельсы. ЧП случилось на перегоне Аспара-Татта. Никто не пострадал. Движение уже восстановлено. Причиной излома рельса послужил резкий перепад температуры воздуха. То есть с 0 градусов до минус 38 градусов.